На этой самой Олимпиаде во Франции внедрят искусственный интеллект в спорте. Об этом сообщили организаторы международных соревнований. По их словам, технологию намерены использовать для выявления перспективных спортсменов, а также разработки более эффективных индивидуальных тренировок. Ожидается, что система также защитит спортсменов от онлайн-харассмента и улучшит просмотр трансляций для зрителей, наблюдающих за соревнованиями из дома. Внедрить искусственный интеллект планируют и в сферу безопасности. Например, видеокамеры с возможностью распознавания лиц. Однако против нее выступили французские власти. Они считают, что это нарушит конфиденциальность.